Ну рассказывай, как ты встретил Новый год? О, отлично, ты знаешь, победил. Вова, Новый год это не битва. В нем нельзя победить. Это как раз самая настоящая битва. За здоровье, например. Можно даже написать военные мемуары. Я бы начал так. Наступление Нового года началось ровно в 12 с залпа шампанского. Затем последовала арт-поддержка из салютов и фейерверков. После чего противник начал наступать группами по 50-100 человек. Грамм. Тут самое время объявить переговоры. Но есть одна проблема. Какая, Максим? Не все в состоянии говорить. В этом случае пора брать языка. Но единственный работоспособный язык под майонезом. Да. И вот наступает кульминационный момент. Все спят, жертв и пострадавших нет. Говорит и показывает телевизор. Вот, это долгожданная победа. Это первая победа в новом году. Ну рассказывай, как ты встретил?